Всем здравствуйте. Меня зовут Михаил. Приехали тестировать кораблик. Ну, такой вот красивый, красного цвета, спит комарат. И такая мысль меня посетила. Сделать видео, обзор. Вообще, с чего начать? Очень часто задают этот вопрос. Когда пришел вам корабль домой? Вы его распаковываете, и что делать дальше? У нас, это комплектация с автовозвратом, но плюс с глубиномером. Нам приходит вот такой аккумулятор, начинаем мы с него. Мы сначала открываем крышечку, достаем аккумулятор, устанавливаем его ровно посередине, ни влево, ни вправо. Установили посередине. От аккумулятора балансировочный проводочек, который используется только для зарядки, никуда больше его втыкать не нужно. Кладем сверху и липучками. Сильно притягивать не надо, просто закрепили и все. И силовой красный проводочек плюс к плюсу вставляем, минус к минусу. И по-другому не сможете, они разные по диаметру. Накрываем крышкой. Вот обратите внимание, какой удобный ремешок у нас. Мы можем взять вместе с подставкой, чтобы удобно было поставить. Затем распаковываем пульт. Пульт у нас комплектуется с новыми батарейками. Кстати, хорошая брошюрка. Читайте, смотрите на сайте по дополнительному оборудованию для рыбалки. Туда входит эхолот, автопилот. Сумки у нас очень удобные, красивые, надежные. В общем, смотрите, обязательно читайте. Обязательно. Батарейки мы вставлять не будем, так как у нас там они есть. Кстати, очень важный момент. Когда вы вот в выключенном состоянии пульта, вы его хотите включить, старайтесь так, чтобы стик был всегда внизу, вот этот вот. Ну, а тумблера, понятно, вверх. Просто из-за неправильного такого включения когда-нибудь может просто пропасть задний ход. Поэтому старайтесь, чтобы все было как положено. Дальше мы включаем пульт. Включаем кораблик. Все. Все. И начинаем плавать, рыбачить. Ставим на воду. Идем дальше. Ставим на воду кораблик и начинаем плавать. Еще раз хотел бы пробежаться по пульту управления, пройтись по всем тумблерам. У нас, поскольку это комплектация с глубиномером, она показывает глубину вот здесь. А дальше у нас показывает автовозврат. Это 0, нулевая точка или домашняя. Это количество спутников. Получается, дистанцию у нас будет показывать от нулевой точки. Покажу, как это работает. Чуть-чуть отплываем от берега. Теперь опускаем тумблер во второе положение, поворачиваем стик вправо, все, мод сейф, точка сохранена, дистанция 0 метров. Теперь мы уплываем, и от этой домашней точки, от нулевой, он будет показывать дистанцию. Хочу еще раз заметить то, что вот этот стик,
он используется как и в автомобиле круиз-контроль. То есть мы устанавливаем определенную скорость, и он плывет у нас так, как я установил стик. Все. Вот, захотел побыстрее, оп, поплыл побыстрее. Ни влево, ни вправо этим стиком я ничего не делаю, только газ. На той скорости, которая мне нужна. Второй стик, мы уже, он подпружинивает, то есть здесь и задний ход, здесь и вперед, и вправо. Ну, естественно, вот я вот плаваю. И заметьте, дистанция 32 метра я уплыл. Дистанция 37, 39, 42. Теперь возвращаюсь на домашнюю точку. Ставлю тумблер в третье положение. Поворачиваю стик вправо. Все, кораблик начал возврат домой. Дистанция сейчас будет уменьшаться. Восемь, 36, 34. Вот он ускорился. И опять на медленной скорости подплывает. Глубина почти 2 метра. 1,80 м. Цвет такой хороший, яркий, его видно хорошо. Все у нас исправно. Глубиномер работает. Задний ход 2 раза назад. Кстати, чтобы правильно показывал глубиномер, у нас же есть такая функция — пониженная скорость. Ну или передача ее еще называют. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот я плыву быстро-быстро, ставлю пониженную, все, скорость упала в 2 раза. На этой скорости и нужно использовать глубиномер, чтобы датчик был, находился всегда в воде и показывал достоверную информацию. Когда мы уберем пониженную передачу, естественно, у нас сразу же начала прыгать метры. Глубину показывать неправильно. Все, снова ставим в третье положение, уплыли на 45 метров, стик вправо, возвращаемся домой. Кораблик разворачивается, плывет назад. У нас тут еще кушери, глубину тоже может показывать неверно. Все. Отлично все работает, без нареканий. Я думаю, клиент будет доволен. Приплыл. Ставим нейтральное положение. Спасибо, всем пока.